Так, всем доброго времени суток. Хочу поделиться впечатлениями от сидения от нового КамАЗовского. КамАЗ старый, получили мы новое сиденье на него, даже в целлофане еще. Проехал где-то уже 1000 на нем, на этом сиденье километров. Еще целлофан не ободрал, потому что работа грязная. Подушка ободралась, правда. Ничего страшного. Что мне особо нравится здесь, это работа спинки на три положения, угол спинки, три положения я обнаружил, как она регулируется, спинка и положение. Вот тут есть так флажок, вот такой вот, надеюсь видно, вот, но есть такой же флажок с другой стороны, они между собой не связаны. И как это все дело действует. Так, снимаем камеру. Так, в верхнем положении спинка стоит, вертикально поднятая. Надо откинуться, отжимаем оба флажка. Наклоняемся. Оп, все. Во втором положении, ну, либо еще больше, так вот. Все, флажки фиксируют. Три положения, короче. Как обратно это дело вернуть? Отжимаем флажки оба и, ну, я, у меня не хватает силенок, я упираюсь в панель ногой и задницей толкаем спинку. Вроде это получается. Поначалу не получалось, видать, краска ободралась, стало получаться. То есть так и вот как-то так. Вообще прям прикольное такое сиденье. Либо еще один способ. Отжимаю флажок один. Ключом на 13 зажимаю его вот в этом положении, и тогда можно уже вот так вот двигать рукой, куда вам требуется. Зафиксировали и потом растопариваем флажок. Все, он тоже защелкнулся. Такое классное сиденье вообще. Очень нравится мне вот именно регулировка спинки. Самое такое тут. Ну что-то оно пружинит даже. Но не под моим весом. Не регулируется вес. Не нашел эту высоту подъема, обнаружил. Так что вот. Не надо вот эту вот ерунду крутить тут никаких. Раз, щелк, щелк. Почти как на иномарке. Ну так-то. Ничего удобненько. Неудобно, когда назад откинешь. Но как-то неправильно спинка наклоняется. Не совсем удобно. Вот так вот. Еще что-нибудь потом сниму про КамАЗик. Все, всем пока.